Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов призвал первоклашек заняться борьбой. Сегодня он поздравил с Днем знаний учеников одной из новосибирских школ. Ну, выбор на нее пал не случайно, именно там преподает мама чемпиона. Кстати, школьники не сразу знали известного борца, но именитый гость не растерялся и пожелал детям упорства и стремления с каждым днем становиться все лучше. Очень хочется, чтобы благодаря вот таким встречам кто-то пошел в зал, то есть кто-то увидел, кто-то заинтересовался борьбой. У нас очень развита борьба, поэтому я уверен, что у каждого ребенка, который пойдет, есть шанс войти в историю как олимпийского победителя или как чемпион мира.